Меня зовут Ольга Карандашева. Я приехала в Москву из Санкт-Петербурга. С методом БФМ знакома давно. Слышала о нем, потому что коллеги мои в центре уже давно обучились этому методу и рассказывали мне о нем. Но я всегда предполагала, что этот метод скорее для детей с ДЦП. Для функциональных нарушений, скажем, это основное нарушение, которое присутствует у детей в нашем центре, в котором я работаю, оно не совсем подходит. Но потом как-то я поглубже углубилась в изучение метода и поняла, что он воздействует на фасциальную структуру, на соединительную ткань, а значит, в общем-то, на весь организм в целом. Я поехала, сама не знаю почему. И самым ярким результатом у меня было, да, что заставляет меня двигаться вперед, это то, что уже после первых двух ступеней я увидела результат на своих близких, непосредственно тех, на которых я отрабатывала метод, прежде чем там перейти уже к клиентам. Это мой супруг, которого давление высокое было, и мы пытались бороться разными физиологическими способами с повышенным давлением. То есть это остеопатия, гомеопатия, иголочки. Результативность была непродолжительная, и, как правило, все очень быстро возвращалось, все это высокое давление. Кого же было мое удивление, что я с двумя ступенями, с абсолютно деревянными руками, как мне казалось. В общем, через 10 дней давление было хоть в космос отправляй. Сейчас бывает такое, что у него чуть-чуть подскочит. Достаточно мне немного поработать с ним, и опять стабилизируется давление, и все прекрасно. А у моего сына, ему 6 лет, у него астматические проявления. А тоже мы остеопатии, гомеопатии, пытаемся решить этот вопрос, но пока до конца он не решен. И опять же, когда у меня было две ступени, тяжелейший приступ астматический, что это значит? Это значит, ребенок мокрый абсолютно, задыхается, плачет и кричит: «Мама, я дышать не могу». Все это может продолжаться достаточно длительное время. Гомеопатии в лучшем случае мы справлялись там за несколько часов с этим. А вот методом БФЛ я сняла это все. Мы были в парке на прогулке, в общем, ничего у нас не было с собой. Вот такой вот приступ, когда ребенок совершенно мокрый, задыхается, я сняла за полчаса. И через полчаса совершенно уже сухой, счастливый ребенок пил кофе с пирожными, чай с пирожными в кафе. Поэтому я двигаюсь дальше. Я стараюсь совершенствоваться в этом методе, чтобы и своим близким помогать, и работать, насколько это возможно, с клиентами. Спасибо. Спасибо.